И всем здорово, народ! Сейчас в тренд вышли ролики, в которых с помощью туристической горелки уничтожают разные вещи. Нам показалось это интересным, и мы решили попробовать сделать это. Мы постарались подойти оригинально и взяли только те вещи, которые еще никто не использовал. Как мы их сожгли, вы сейчас и увидите. Начать мы решили с радиоламп. Стекло просто накалилось и даже не потекло. В общем, не впечатлило. Как это было, можете сейчас увидеть. Но не все так просто, друзья. У нас есть вторая лампа. Попробуем еще раз. Вот здесь было уже интереснее. Накалилось не только стекло, но и металл внутри. А позже выяснилось, что стекло растаяло и облепило металл. Вот здесь хорошо видно, как это все произошло. По-моему, даже очень красиво получилось. Также решили превратить обычный шар в фаербол. Мы ожидали всего, кроме того, что он нам улыбнется. Мы явно увидели глаза и рот нашего шара. Что ты такое? Но вскоре это исчадие ада растаяло под температурой горелки. После увиденного я решил пойти на жертвы и достал из кармана свой старый телефон. Не думал, конечно, что после горелки у меня их станет два, правда, уже не рабочих. Перед тем, как мы начали сжигать автомобиль, на котором приехали, мой брат подал интересную идею. И вот я подумал, народ, если хотите увидеть, как мы сожжем фотоаппарат или камеру, то смело ставьте лайк, ведь после 30 лайков и выйдет ролик, в котором мы это сделаем. После того, как автомобиль сильно выгорел, решено было убрать горелку. Но автомобиль все дальше и горел. После того, как мы его затушили, мы заметили, что просто весь металл и пластик перемешался. И от машины остался только один капот. Да уж, вряд ли мы теперь куда-то на ней уедем. Тем временем, к вечеру уже холодало. А греться от пламени горелки нам не очень хотелось. Поэтому мы решили вскипятить себе чайку. Чайку, не открывая банку. Что у нас из этого получилось, вы сейчас увидите. Поверьте, это было круто. Пар, скопившийся внутри под давлением, выбил крышку. Прямо в тот момент, когда банка наклонилась вниз. Поэтому она улетела. Улетела она приблизительно метров на 50. Вот сейчас это хорошо будет видно, как наша банка, полусплюснутая, лежит в 50 метрах от штатива. Вот так она выглядела после. Без верхней крышки, причем никаких сколов, а именно ровно по шву она слетела. Крышку мы так и не нашли. Поэтому с собой забрали только банку. После завершения съемок и опытов мы решили уничтожить все, что у нас осталось. А именно пустую банку и те две радиолампы. Радиолампы в итоге так и не хотели калиться, а банка постепенно сгорала. После того громкого хлопка к нам столпились люди. Ну как люди? Пара заинтересованных особ.
которые наблюдали за продолжением наших опытов. А так у всего хорошего должна быть кульминация. Вот так в итоге выглядели наши лампы с банкой. Банка полностью истлела и превратилась уже, считай, в пепел. Ну что, друзья, если вам понравились такого плана ролики, если они вам интересны и вы хотите видеть еще их на нашем канале, может быть, вам понравился этот кадровый голос или все-таки оставить озвучку прямо во время записи. Решать вам, смотрю за вашими комментариями, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока.